Всем привет, мои дорогие. Сейчас собралась по делам, и у меня возникла такая мысль: а не снять ли мне свой первый влог? Приглашаю вас поехать со мной, и давайте посмотрим, что из этого получится. Ну, по крайней мере, будет интересно. Никогда не снимала влоги. Ну, первый раз всегда, наверное, так, да? Но мне не страшно. Нет, не страшно. Так, ну, поехали. Погода сегодня отличная, солнечная. Не знала, куда прицепить эту подставку для телефона. Везде неудобно мне. И сейчас неудобно, потому что камера перевернута в горизонтальном виде. И неудобно смотреть в камеру. Непривычно. Обычно я наверх смотрю, а здесь надо вбок смотреть куда-то. Сегодня прям весна. Весна. Замечательная погода. Выезжаю я из своего частного сектора. Конечно, дороги здесь оставляют желать лучшего. Первым делом нам нужно поехать и снять ксерокс с документов. Почту и в Сбербанк, но скорее всего я не успею, потому что мне нужно за Викой доехать к двум. Посмотрим. Вот уже камера как-то съехала неровно, торчит. Если честно, вообще прям жарко, печка у меня выключена. Так, выезжаю на большую дорогу. Нужно мне напялить мои вторые глазки. Ну, поехали. Стекла заляпанные, машина у меня грязная, я давно не мылась. Ну, машину, в смысле, не мыла давно. Да что у нас то дождь, то снег. Так прикольно, едешь себе, разговариваешь сама с собой. Так и не скучно, вроде бы весело. Погода отличная. Я с окна видела, у меня даже эти выросли. Из земли появились ростки тюльпанов, ну, короче, первоцветов. Крокусы, гиацинты. Ну, сейчас я приеду домой. Ну, не сейчас, когда приеду домой, я вам покажу обязательно, конечно же. Вчера вообще солнца не было. Сегодня просто классная погода.
дороги замечательные. Быстро не поедешь. Поэтому есть возможность ехать и наслаждаться видами из машины. Еще слышно, как у меня тормозные колодки. О, дети со мной поздоровались. Какая удача. Сегодня, тормозные колодки, да, у меня свистят, но они относительно новые. Я их меняла тоже относительно недавно. Вот, слышно, да, сейчас, наверное, было. Просто, наверное, некачественные попались, и они сразу же с первых дней начали свистеть. Поэтому так, где? Ну, обычно здесь припарковываюсь. На обочине. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Припарковались. Так, и пойдем сейчас ксерить. Снимать ксерокопию. Документов. Вот. Выписка из больницы дочи. Так, окошко закрываем. Телефон тоже снимаем. Так. Оп. Не привыкну никак. Где у меня камера, куда смотреть? Короче, пойдемте. Не знаю, как я пойду по улице с вытянутой рукой. Этот я не взяла. Селфи-палку. Как на дурочку на меня будут смотреть? Ну... Ой, тут я еще закрываю пальцем камеру. Ну, посмотрим. Не все так плохо будет. Попытка, не пытка. Вперед! Пока вот я сейчас иду, людей пока нету, но сейчас, по-моему, кто-то выходит. Ну, знаете, если что, я как будто разговариваю по видеосвязи. Ну, непривычно, правда, я так никогда не делала. Так, первый удивленный взгляд я поймала. А, хотя, знаете, такой опыт тоже полезен. Можно избавиться от комплексов, которые так остались чуть-чуть, немножечко. Ладно, сейчас я дорогу перейду. Пока отсели. Машина за Викой в больницу. Дать бумаги и потом уже... Сбербанк и почта. Да, все. Минутку. И вам спасибо огромное. Оригинально. Очень даже оригинально. Ну вот. Погода класс. Просто класс. Кстати, где дорогу переходила, там светофор не работает. Опасненько, опасненько. Камера-мотор.
Надела другие очки. Жарко. А вы в комментариях мне обязательно напишите, какие мне идут больше. Мне же интересно. Так, ну а мы с вами поехали. Поехали туда, где не работает светофор. Будем пробовать оттуда выезжать. Хотя, зачем усложнять себе жизнь? Какие-то дорожные работы идут. Зачем усложнять себе жизнь, я вот думаю, если можно выехать там, где нет светофора. Гораздо удобнее, комфортнее. Так. Жарко, ребят. Тепло даже, я бы сказала. Я в зимней куртке. Просто класс. Просто замечательно. Вообще. Теплые деньки будут стоять на улице, то можно и на мойку съездить. Летом-то я сама мою машину под шлангом, из шланга. Не знаю, можно делать в YouTube. Что-то я вчера не особо там правила читала. Ну, на всякий случай выключила. Ой. Я сама себе музыка. Ладно, сейчас пока будет дорога, ничего интересного. Отключусь и подключусь к вам уже. Ну, как буду идти до больницы, там дорога дальняя, пешкарка. Так что ж, до встречи. Так, ну все, мы идем. Вик попал в кадр. Она не хотела участвовать в съемках. Устала после школы, настроение есть, да, Витя? Нет. Ну как, у тебя нормально вообще день? Нет. Просто устал? А что, плохая оценка? Нет. Нормально все? Нет. А что, грустно? Нет. А, голодная, может? Нет. Ну, понятно, поднимем. Вот. Идем отдать документы. Потом. Ну потом мне надо на почту дать. Mm-hmm. А тебе не надо? Mm-hmm. А это. А, и в Сбербанк тоже надо идти. Я только успела откселить. Собираюсь как черепаха. Черепашка. Маленькая. Вот. Ну, короче, нам идти еще минут, наверное, 5, да? Здесь хорошо, так смотрите, туи растут. Это Волгоградская областная больница. Волгоградская областная больница. Во. Так, ну все, свяжусь с вами попозже. Ну что, ребята, отдали документы. Врач поблагодарила. Хорошая такая. Вот. Мария Александровна. Классная, классный врач. И, ну, сказала наблюдать за гландами. Если будут какие-то осложнения, то, ну, то уже к ним приезжать на удаление. Но надеюсь, что все будет хорошо. В этом году ты даже не болела, да, ангина?
Так, чисто налет был, но не болело. Идем обратно к нашей машине. Мы больше шли. Сделали с Викой вывод, что мы больше шли, чем были там в больнице. Так, ну, солнце светит. Не знаю, как было бы удобнее с селфи-палкой. Или вот так на вытянутой руке. У меня с собой всегда моя селфи-палка. Моя рука. Трясется, конечно, камера. Надо потом посмотреть, как это будет все смотреться. Пока отключаюсь. Короче, вышли мы. Блин, на морду. Вышли мы. Мы кое-что купили. А что мы купили? Анбоксинг. Это так по-новому занимается. Кто занимается? А мы идем. Не знаю, чем вы там занимаетесь. Короче, что же мы купили? Покажем? Вот. Котлетки. А здрасте. Здрасте. А? Здравствуйте. Добрый вечер, добрый день. Доброй ночи. Смотря в какое время вы это смотрите. Угу. Таксики. Че камеру постоянно опускаю? Ну все. Ребят, сейчас вы сядете в машину, включу камеру. О, ребят, если честно, это просто жесть. Жарко. Весна наступила внезапно. Весна наступила внезапно. Да. Вообще. А мы купили котлетки по-киевски. Если там не будет грибов, то мы пойдем вернем, да? Я больше не буду ходить в этот магазин. Вот такие котлетки. Приятного аппетита нам и вам, если вы кушаете. Советую вам заварить вкусный чай или кофе, сделать бутер или пойти купить котлетку по-киевски тоже. И водичку я себе купила. А Вика гадости какую-то. Ну все, будем кушать. Не будем тут слюни раскидывать. Ну что, мы поели, попили. Теперь в путь дорогу. Блин, солнце в глаза светит. Жесть. Пусти козерог. Так, ну что, касатики мои. Касатики. У нас так в школе учительница по рисованию называла. Ой, как она нас только не называла. Ну, всегда нежно, ласково, уменьшительно, ласкательно. Так, иду на почту. Ну, тоже потом на паузу нажму, чтобы... Ну, мне нужно в приложении штрих-код показать. Вот так. Все смотрят, как будто человек с телефоном не видели. Ха, правда? Короче, куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Так, ну все, захожу на почту. Отключаюсь. Ну все, иду уже со Сбербанка. А, сняла наличные. На днях поеду оплачивать задачу. Радости нет предела. Еще я на почте купила семена. Вот, цветочки. Львиный зев и петунья. Ну и сама посылочка. Это пожар. Пожар горит. Ну, сейчас все сделала. Осталось
доехать домой. Теперь домашние дела меня ждут кое-какие. Короче, до связи. Ой. Так, ну все, ребят, открой свою бутылочку. Направляемся мы домой. Все сделали, все. Мы молодцы. Кто молодец? Мы молодцы. И вы молодцы. Что смотрите мой первый видос. Ну, такого плана, первое видео на YouTube. Не знаю, обрежу я это или нет. Но... хочу пить. Мы едем, едем, едем в далекие края. Мастерскую Free Motors. Такая негласная реклама. И потом заправлюсь после. А туда мне хватит, туда обратно. Ребят, так, что обычно говорят в таких видео? Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень важна обратная связь и ваше мнение. Ну а вам отличного настроения желаю. Хорошего дня, вечера, ночи. В зависимости от того, когда вы будете смотреть данное видео. Люблю, целую. Всем пока. Пока, пока Вика тоже говорит. И снова здравствуйте! Вы думали, я попрощалась? Нет, это была шутка. Я же вам забыла показать, как тюльпаны сходят уже первоцветы. Крокусы, гиацинты. Смотрю прям на этот. Солнце светит мне. Так что ж, сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, под аккомпанемент моей собаки. Вот они, красавцы. Вот они. Зара, все нормально. Все окей. Вот. Видите, какая прелесть. Весна, весна. Все просыпается. И вот они, крокусы зелененькие. Вот они. Надеюсь, видно вам. Здесь прям кучка тюльпанов будет.
Ну, теперь, ребят, я вам все показала. Ну, не все, еще все впереди у нас с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что просмотрели данное видео до конца. Я вас целую, обнимаю. Пока-пока.